Валерьевич, доброе утро. Расскажите вкратце о покупке автомобиля, насколько вы им довольны и насколько честно происходила вся сделка с продавцами. Данный автомобиль приобрели в компании вот у Николая. То есть, в принципе, все прошло дистанционно, я сильно доволен. Соединил Николая с лизинговой компанией, они все документы проработали, приехали, машину посмотрели, подписали документы. Сейчас направляемся на работу. А сделка как происходила? По видео или по фото? Что они вам предоставляли? Ну, то есть, сначала созвонились по Авито. Дальше, то есть, просто телефонные разговоры. Приехали в Новосибирск, забрали машину. Все очень просто и прозрачно. И честно, да? Да. То есть, покупкой полностью довольны? Абсолютно. Машина готова к работе. Состояние как оцениваете на из 10? Состояние автомобиля из 10. Ну, новый автомобиль, да? Да.